Всех приветствую. Продолжаем рассматривать работы скульптора, художников, их описание по книге «Великие музеи мира». Голова персонажа. Храм Бима. Центральная Ява, остров Ява. 8-9 века. Камень, резьба, шлифовка, высота 29. Перед зрителем голова от каменной скульптуры. Необыкновенно выразительным лицом. Прямой нос, чуть полноватые губы и небольшие глаза создают впечатление портретного изображения. В длинные уши, канонические для индуистской иконографии, вставлены крупные серьги. На имеющемся фрагменте прическа не сохранилась, но на лбу осталось центральное украшение от венца короны. Данная часть скульптуры была найдена в одной из ниш Гавакши, индуистского храма Бима, имеющего традиционную форму башни горы. Считается, что подобные ниши являются окнами, сквозь которые божество смотрит на мир. Принятый перевод слова Гавакша, очи Господа в форме лучей солнца. Сооружение расположено на высокогорном плато в центральной части острова Ява, которое благодаря этому получило название Диенг, или жилище богов. Вот такое описание я нашел в книге «Великие музеи мира» работы «Голова персонажа». Храм Бима, центральная Ява, остров Ява, 8-9 века. Пока-пока, до свидания, всего хорошего.